Привет, друзья! Мы продолжаем делать обзоры отеля, которые расположены на Анталийском побережье Турции. Сейчас мы находимся в Кемере, поселок Гейнюк. Будем инспектировать отель, который находится в 55 километрах от аэропорта города Анталии. Отель расположен на первой береговой линии, имеет свой песчаный пляж. Да-да, именно песчаный, потому что в этом отеле есть установка, которая со дна моря намывает песок. Еще один интересный момент этого отеля, что в нем нет основного здания, вернее, оно есть, но в этом здании расположены в основном рестораны и небольшая часть номеров. А все гости размещаются в двухэтажной бунгало, которые раскиданы по всей территории этого отеля. Мы сейчас будем делать инспекцию шеф-экспедиции. Отель открыт в 2014 году, отель достаточно молодой, современный, здесь красивая ухоженная территория, современные здания, номера, есть аллея с магазинами, вот так вот красиво она оформлена, в этих магазинах можно приобрести все, что обычно покупают туристы во время своего отдыха. Здесь есть и восточные сладости, и купальные принадлежности, и верхняя одежда. Отель работает только по летней концепции, но несмотря на это, в нем есть бассейн с подогревом, который расположен около пляжа. Мы инспектируем отель в апреле 2022 года, и на данный момент отель открыт всего лишь одну неделю, и мы видим подготовленность к открытию этого отеля. Вот смотрите, как великолепно выстрижены деревья. Как такового основного здания у нас нет, то есть у нас 45 бунгал, разные категории номера располагаются по всей территории отеля. Также у нас 13 бассейнов, и все номера имеют либо Garden View, либо Pool View. То есть по поводу Sea View у нас только номера Duplex Family и Duplex Suite, потому что они располагаются в главном здании, я вам покажу чуть попозже. С левой стороны это фитнес и спа-центр. У нас нет в отеле закрытого бассейна, так как мы не работаем в зимний период. Но у нас есть на территории подогреваемый бассейн в количестве одного. Одной штуки. В количестве одного бассейна. Также рядом с ним располагается детский бассейн. Он на глубиной 20 сантиметров, поэтому он тоже прогревается сейчас. Здесь территория, то есть А-блок. У нас вся территория и здание очень удобно расположены и по блокам, по булкам. То есть это А-блок. Здесь стандарты Superior Rooms, номера, стандарт Superior номера. Они все идут с видом на сад. Также стандартные просто номера, они тоже идут с видом на сад. Здесь у нас в этом году зимой полностью обновили текстиль, шторы, поменяли софт. То есть здесь идет 2+1, либо 3+1. То есть Superior Deluxe отличается от просто Superior с видом на бассейн. То есть если все стандарты, стандарт Superior, они с видом на сад, то Deluxe, Superior и просто Deluxe, они все с видом на бассейн, на разные. Категория отеля Swim Up, который находится на первом этаже, площадь номера 35 квадратных метров, достаточно просторный, светлый номер, стандартная комплектация, плазменный телевизор на стене, подсветочка, сделан стильно. И замечательный вид из номера и выход на бассейн. Мне клуб работает с 10 до 12.30 и с 2.30 до 5. Пока так. Скорее всего, в дальнейшем будет вообще без закрывания. То есть мини-клуб, если дети с 4 лет, вы можете поставить. До 4 лет, конечно, все могут пользоваться площадкой в любое удобное для них время.
То есть здесь проходит детская анимация. Сейчас мы посмотрим. Где с 4 лет принимают детей в этот детский мини-клуб. В течение дня здесь различные анимации детские, спортивные мероприятия. Для каждой категории по интересам есть различные комнаты. Вот здесь, скорее всего, это PlayStation. А в этой комнате это мастер-классы для девочек. Ну, детям однозначно будет здесь чем заняться. Мы перемещаемся к осмотру аквапарка, но обратите внимание, какие виды гор. Это Кемер, это очень красивая местность. Здесь многие выбирают отели только благодаря вот этим видам. Рядом с аквапарком есть, как всегда, ресторан, где можно перекусить. На территории аквапарка есть зона для маленьких детей. Но особое внимание заслуживают горки, которые мы сейчас видим. Обязательно попробуйте прокатиться на этих горках. Это незабываемое ощущение, когда ты скатываешься с необычно высокой скоростью в закрытом туннеле. Ну, в общем-то, дух захватывает в некоторых моментах, поэтому однозначно попробуйте. Елена Александровна снимает сторис для Инстаграм. Отель Шерут, эксклюзив Кемер. Или 2 плюс 2, или 3 плюс 1. Можно проживать. Второй, третий этаж, это уже Deluxe Superior, то есть расположение, как вы видели, комнату и размер, и все. Здесь вы можете получать апельсинки, мандаринки. Ну и, конечно же, не только бассейном могут пользоваться, что здесь проживает. Запах его убил. Быстрее, надо все успеть. Мы сейчас подходим к категориям лагуны. Это вот эти двухэтажные здания, которые отдельным блоком расположены на территории отеля. Отличие этих категорий в том, что здесь есть номера Connect, а также есть свой собственный бар и бассейн. Пляж отеля Sherwood Exclusive Kemer имеет протяженность 500 метров, и, как я говорил ранее, он песчаный, вы это можете увидеть. Конечно же, присутствует галька, но по сравнению
с пляжами других отелей. Здесь, ну, во-первых, она очень мелкая, и ее не так много. Но, тем не менее, для комфортного входа в море рекомендуется одевать специальную защитную обувь. Сейчас мы проходим мимо крытого бассейна, который расположен прямо на берегу моря. Это тот самый бассейн, который подогревается, и вместе с этим бассейном еще и детский, который глубиной 20 сантиметров. Ну что ж, друзья, мы завершаем наш обзор и напоминаем, что мы туристическое агентство Turkey.kz, которое делает осмотр отелей по Анталийскому побережью Турции в рамках нашего инфотура. И мы очень хотим быть полезным вам, нашим туристам. И также напоминаем, что если вы решили забронировать тур в этот отель, то вы можете это сделать, пройдя по ссылке, которая находится в описании под этим видео. Ну а если видео вам понравилось, то обязательно поставьте лайк. Если вы еще на нас не подписаны, то подписывайтесь и пишите комментарии. Мы на связи.